Котенка с тремя щечками оставили возле ветклиники и уехали. Но бедняга так хочет быть кому-то нужным, и все у него получится. На днях возле ветклиники в Сиэтле неизвестными людьми был оставлен котенок. Он очень милый, но выглядит необычно, ведь кроме двух обычных щечек у него есть еще и третья. Малыш родился с особенностями развития мордочки и, наверное, именно поэтому не понравился бывшим хозяевам. Возможно, они не могли оплатить его лечение. Но маленький Симус не унывает. Теперь он в надежных руках. Врачи ветклиники заботятся о нем и искренне любят. Сначала они думали, что третья щечка, подрастая, перекроет всему сузрение, но теперь они считают иначе. Пока котенок видит отлично и особой угрозы для глазок нет. Малыш активен и иногда даже слишком. Видимо, ему приходилось туго в первые дни после рождения. Вопрос выживания наложил отпечатки на его характер. Симус, словно маленький тигр, зачастую нападает на все, что движется. Впрочем, в другие моменты он забывает о вечной осторожности и ластится к рукам своей опекунши Хизер. А она потихоньку научает его кошачьим премудростям, словно настоящая мама. «Бедняжка Симус, сколько тебе пришлось перенести в жизни. Но теперь ты знаешь, несмотря ни на что, ты красив такой, какой есть. И в мире обязательно найдется человек, который будет дарить тебе свою улыбку и тепло. Ведь расцеловать котейку в три щечки – это гораздо более радостно, чем в две». Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.